Если мы меняем свою жизнь, что такое я? Я это как минимум, это сердечная чакра, это сердце, в первую очередь это сердце. Нам больно или тяжело что-то сделать, это потому что мы через сердце пропустить не можем. Нам тяжело что-то понять, уехать в другой город, да как это там ничего нет? У меня там нет работы, у меня там нет жилья, я там с детьми, там, с семьей, без детей, неважно. Начинает сразу же сердце болеть. Что такое сердце? Это деньги. Когда оно у тебя начинает болеть, у тебя все, у тебя вся финансовая твоя структура, которую ты собирал годами, она просто полетит. И только когда ты через сердце принимаешь, что наконец-то я могу быть свободен в другом городе, у тебя открывается это, и ты можешь существовать в любом городе, в любой точке земли. Через вот эту радость и через любовь, которая открывается через сердце. У нас все внутренние органы абсолютно связаны со всем. И когда мне говорят, я же рассказываю всегда только свой опыт, показываю только свой опыт. Когда мне говорят, там, я это не могу, вот я, например, там иду там, на химию, потому что мне сказали, иначе я умру. Так ты и так умрешь. Ты что оттягиваешь-то? Ты оттягиваешь, чтобы еще одним таким человеком, который ни рыба, ни мясо, было больше на земле? Либо ты бери себя в руки, либо зачем-то ты все равно умрешь, ты никому не нужен. Ты как желе, вот такое вот. Мне сказали, я сделал, а ты-то что сделаешь? Ты что сделаешь для себя? Это когда мне начинают говорить, я не могу туда поехать, потому что у меня нет денег. У меня было два периода в жизни, когда я жила без денег, прям абсолютно без денег. Вы должны очень четко понимать, что пока вы отделяетесь от деньги, пока вы не становитесь этими деньгами, вы не становитесь деньгами. То есть я не зарабатываю через что-то, я зарабатываю только через себя. Меня не будет, денег у меня не будет. Все, я только, через меня только идут мои деньги. Как только вы отделяетесь от денег, у вас их никогда не будет, вы всегда будете за ними куда-то ходить. Вы их будете зарабатывать, потому что они не ваши. Вы будете за ними все время бежать, потому что вы не есть эти деньги. И если закроют завод, на котором вы работали, как, вот если вы безликая, вот безлики абсолютно, если вы работаете на заводе, завод закрыли, кто вы стали? Чем вы стали? Вы все потеряли, потому что вы никто. И я это говорю не чтобы кого-то оскорбить, а чтобы понимать, что насколько и на заводе бывают работают настолько талантливые личности. Вот он, если делает что-то, он делает это так, что если закроет завод, он на любую другую работу пойдет, его сразу же заберут. Потому что он это делает на 100%, потому что он такой, он 100%. А можно, например, там в интернете вещать, у тебя вот миллионная публика, но если интернет закроют, то тебя в другом месте послушают, скажут, что ты говоришь? Да ты же никакой. Нагнал публику и все. То есть все зависит от тебя, какой ты.